Новый год, аккуратно, то разобьешься. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хух, ребятки, шапку потерял. Как такое-то бывает вообще, а? Вау, я потерял свою шапку. Так, давай, газуй, Дед Мороз. Газуй, 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 газуй. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юр, ребятки. Ну что ж, круто, все круто, дорогие друзья, погнали, мы сегодня играем в Hill Climb, ребятки. Если вы еще не знаете, во что мы будем играть, ребяточки, в Hill Climb, и будем мы кататься на крутых, ребяточки, автомобилях. Так, давайте улучшим амортизацию, давайте улучшим АВД, давайте еще улучшим двигатель немного. Давайте вообще улучшим все, что у нас есть, ребятки. Так, улучшаем, ребятки, наш автомобиль на полную. Я думаю, на полную нам даже не надо его увеличать. Мы и так должны, ребятки, выиграть этот кубок. Так, ну что ж, дорогие друзья, кубок Hill Climb ждет нас. Так, поехали. Так, продолжить касанием. Поехали. Так, ребяточки, я готов, я газую на всю, и вуаля, ребятки, я начинаю газовать, и это просто замечательно, дорогие друзья. Я считаю, что, ребятки, Hill Climb это довольно-таки прикольная игрушка, мне она очень нравится, если честно. Я люблю, ребяточки, в нее играть, и хочу вам сказать, что если вы еще никогда не играли в эту игру, обязательно, ребяточки, сделайте так, пожалуйста, чтобы вы... в нее все-таки поиграли в этом году, потому что это реальная крутая игра, которая стоит, ребятки, очень многого. Так, ну что, ребяточки, мы приехали с вами, и это просто замечательно. Так, нам компьютер говорит, чтобы... Так, далее, ребятки, вторая гонка. Ой, нет, ничего я не хочу-то. Ничего я не хочу сохранять-то, отстаньте от меня. Так, все, поехали! Газу на всю, ребятки! Погнали! Ух, ребята, вот это да! Вот это круто! Вы просто не понимаете, как это просто. Это просто замечательно. Так, мы с вами уже в Hill Climb Racing 2 когда-то играли, но было, по-моему, слабоватенько, ребят. Довольно-таки слабоватенько было. И в этот раз нам нужно, ребяточки, ее полностью пройти. Начать проходить, чтобы оно считалось как нормальная игра. Так, ребяточки, ну что ж, мы почти уже у цели, так сказать, почти у финиша. Отличненько, дорогие друзья, и мы с вами приехали первым. Так, давайте, ребятки, нажмем дальше. Так, ребяточки, все, эту гонку мы с удовольствием с вами прошли. Давайте пройдем, ребяточки, вторую гонку. Так, надо повесить уровень для того, чтобы выиграть здесь. Давайте, ребятки, увеличим свой двигатель для того, чтобы все-таки выиграть эту игру замечательную. И пройти и повысить уровень до бронзы второй. Так, все, ребятки, старт. Поехали. Вау, 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 погнали. Большой кубок ждет, теперь нас четверо. Ребятки, отлично, отлично. О, вот это был скачок, ребят, реально круто. Так, тут кто-то на мотоцикле, на мотороллере пытается меня обогнать, ребятки. Но я не сдаюсь, ребята, и... первым делом надо его обогнать, ребят. Как это сделать, я не знаю пока что, но надо обогнать его. Давай газу, Юра, Юра, на машине, молодец, газу, совсем еще немного, и ты первый, круто, моя позиция, ребятки. Первый, это просто, ребяточки, замечательно, я хочу сказать. Это просто, ребятки, круто. Так, продолжить касанием, продолжаем, ребяточки, касанием, поехали. Опять мотороллер, ребята, пытается меня, конечно же, победить. Мы ему, вау, вот это амортизация. Мы ему, конечно, препятствуем этому, чтобы он нас, ребяточки, не обгонял. Вау, ребята, только посмотрите, вот это да. Вот это я лечу. Вы когда-нибудь видели, чтобы я так летал, ребят? Это реально одна из лучших, ребяточки, игр, которая сейчас мне очень подошла. Она мне очень, ребятки, нравится. Тем более, ребятки, через пару эпизодов у нас откроется уровень, где будет Новый год. А как вы знаете, ребяточки, скоро будет Новый год, Дед Мороз, всем будем давать подарочки. И это просто, ребятки, замечательно. Так, ну что ж, ребят, погнали. Третий эпизод у нас, эпизод, то есть первый уровень 3, поехали.
Последний уровень в этом кубке. Давайте, давайте. Ох. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что же мы так приземлились и не можем... Ребяточки, вы видели? И не можем, ой, даже вообще поехать. Реально, что это такое? Мотороллер, ребята, вообще застрял. Так, нам надо, ребятки, догнать всех этих негодяев, которые обогнали меня. И приехать на финиш самым первым. Ну что, ребятки, вроде бы получается. Взяли бензинчик, и мы на финише. И это просто круто, ребят. Несмотря на то, что мы с вами только что на финише так залажали, так затормозили, мы все равно приехали, так сказать, первыми. Так, ну что ж, ребятки, давайте вперед, еще раз вперед, дорогие друзья. Так. Ребяточки, здесь мне набрасываются разные штуки. Так, ваш рейтинг 0. А почему мой рейтинг 0-то? Бронза 0-0-0. Что мне делать, ребятки, надо, чтобы... Я с вами. Так, бесплатный сундук. Ребятки, что мне нужно делать, чтобы с вами сейчас пройти эту гонку? Вы не скажете мне? О, ребята! У нас уже сразу появилась зима, ребята, разблокировка. Круто, давайте возьмем. Конечно, разблокировать. Заходи сюда. Так, ну только у нас нету, ребятки, автомобилей. Видите, мы с вами пока что не можем ничего купить. А все потому, что, ребятки, нам надо... пока на джипе покатаемся. Ребяточки, мы с вами не можем здесь ничего сделать. Все потому, что мы не открыли эти все мотоциклы. Как только, ребят, мы их откроем, мы обязательно, ребяточки, сделаем все возможное, чтобы как можно лучше машина себя вела на трассе. Так, ребяточки, вот повышаем колеса и аэродинамику автомобиля. Понижаем мы ее, ребятки, для того, чтобы... Следующее. Чтобы нам зимой, ребяточки, было ехать намного легче, чем это обычно. Ребята, поехали! Ох! Ох, ребята, вот эта машина, она такая резвая. Вы даже не можете представить. Новый год, Новый год, Новый год. Ай-яй-яй-яй, ребята, да что это такое? Ай-яй-яй-яй, разбился. Так, ребятки, давай по новой будем делать. Поехали, поехали, поехали. Вау, ой-яй-яй. Опять чуть не упал я. Так, опять я чуть не упал. Ребятки, куда это годится? Так, Новый год, Новый год, Новый год. Аккуратно, то разобьешься. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хух, ребятки, шапку потерял. Как такое-то бывает вообще, а? Вау, я потерял свою шапку. Так, давай газуй, Дед Мороз. Газуй, 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 газуй. Так, ребяточки, ну что, подарков, конечно же, мы, ребяточки, в этом уровне не везем. Хотя, ребятки, будут у нас попадаться в будущем уровне, где мы будем возить и подарки. Будем, так сказать, вместо Деда Мороза, ребятки, ездить на автомобиле и развозить детишкам, ребяточки, подарочки на Новый год, который им приготовил, собственно, Дед Мороз и Снегурочка. Так, отлично, просто супер. Я считаю, что, ребятки, эта игра вообще должна заслужить, ребятки, новогоднюю премию. В том, что она довольно-таки прикольная. Здесь куча всего. Можно, ребятки, заделать автомобиль. Так, и все делать. Так, ну что ж, поехали, поехали. О, ребятки, я в воду упал. Как так-то? Я же замерзну, ребятки. А почему речка не замерзла-то? Ребяточки, а речка не замерзла, потому что, наверное, она проточная. Там вода и не успевает попросту замерзнуть, когда вода не стоит, а течет. Так, Юра едет, едет, едет. Так, нам надо выехать на вот эту гору, ребятки. Только как это сделать? Я, конечно, ребятки, не знаю. Тихо, тихо, тихо. Вот видите, ой-ой-ой. Ой, нет, 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 не падай. Тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой, ребятки, я подскользнулся, так сказать, на льду. Хоть и колеса я улучшил, ребятки, все равно это меня не спасает. Так, ребяточки, ну что ж, давайте с вами перейдем и посмотрим, куда, ребяточки, двигается вообще сам прогресс того, ребятки, что нам нужно. Так, ну что ж, ребяточки, давайте мы с вами улучшим опять все-таки колеса, которые, ребяточки, нам пригодятся сейчас. Колеса нам нужны, ребятки, самые лучшие, так как машина у нас довольно-таки джип, как бы, и нам нужны колеса, ребята,
такие самые-самые-самые блатные. Так, берем, отлично. Так, берем, отлично, покупаем еще раз, отлично. Отлично. Давайте все, ребяточки, заделаем наш автомобиль по полной. И дальше поедем, ребяточки, заниматься делами. Так, сейчас улучшим наш автомобиль, ребят, и поедем. Так, ну что ж, ребятки, автомобиль мы улучшили, погнали. Вау, ребята, зимние горы, я в горах, ой-ой-ой. Автомобиль довольно-таки быстро едет, ох-ох-ох. Вы только посмотрите, ребятки, на эту скорость. Вау, ребята, ой-ой-ой. Ох, вот это да, вот это, так сказать, ребяточки, красота. Так, погнали. Ой, тихо. Юра, а ну под гору выедь. Тихо, ребяточки, что-то я не могу никак выехать под гору. Ой-ой-ой, ребяточки, я разбился совсем окончательно, так сказать. А что делать? Я хочу, ребятки, еще. Так, ребята, что здесь у нас? О, ребята, у нас еще есть трасса, давайте посмотрим. Что это за трасса такая прикольная? Вау. О, ребята, посмотрите, я еду по рельсам в какой-то пещере, где, наверное, добывают золото. Да, ребят. Вау. Вот это да. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо, камень. Камень, я думал, он нарисованный, он, оказывается, на дороге стоял. Я потерял свою шапку. Но ничего, ребята, мы продолжаем играть нашу игру. Ой-ой-ой. Так, тихонечко, Юра, газу, помаленечку, потихонечку. Ох, ребята, какая штукенция, вы видели? Вау, ребята, ой, тихо. Супер, просто отлично, дорогие друзья. Вай. Ох, круто, классно. Просто круто, ребята, только посмотрите, с какой скоростью мы преодолеваем все наши препятствия. Преодолеваем. Ой-ой-ой, сальто, ребята, я сделал сальто. Вот это да, ой-ой-ой, второе сальто, ребятки, у нас не получилось, и мы все-таки разбились. Так, дорогой друг, если ты еще не подписан на мой канал, а это красная квадратненькая кнопочка подписаться, обязательно ее нажми и подпишись на мой канал. Таким образом, ты будешь получать мои видео самыми первыми, и как только выйдет мое видео, ты сможешь его посмотреть самым первым. Поставить лайкосик обязательно, лайк, если что, это пальчик вверх, и оставить какой-нибудь комментарий. Так, ну что ж, дорогие друзья, а этот выпуск подошел к концу. Вы были на канале Вечное Детство, ребятки. С вами был, как всегда, Юра. Пока-пока.